Охеровно. Снова нас преследует. Не, мимо. Так, а вот так вот, хочешь? Блин, птиц надо валить сначала. Сейчас мы еще раз. Опа, всех разом просто. И тех птиц. Да. Еще. Еще. Да блин, сколько же они будут лететь? Фак, а мост-то уезжает. Блин, ладно. Будут стрелять в меня. Да пофигу вообще. Ай-яй-яй. Сейчас мы... Опа. Вот птичка непоседа. Собрали немножко душ. Сейчас еще немножко и что-нибудь... О май гад. Ну и рога у него, конечно. А че, он супер какой-то? Мини-босс? Наверное, да? А вот этого скушай. Еще разочек. Ну, мы будем искуплять грехи. Блин, еще один. Крестик. Искупи свой грех. Замечательно. Так, ну градусник здоровья у нас полный. Нам ману нужно поднять. Так, нам подсказочку дают, что мигающие предметы, их можно разбить. Что мы с удовольствием делаем. Все души, что умирают, собираются здесь как одна. Суровый перекресток Харона в ожидании тех, кто не боялся Бога. Предлагаю продолжить общение. Но кто эти люди, так переполненные болью? Это несчастные души, которые жили ни с позором, ни с похвалой. Что заставляет их горестно стенаться? Милосердие и справедливость презирает их. Давай не будем говорить о них. Идем дальше. Все, Вергилий пропадает, так нам здоровье не нужно повышать. Вот там какая-то подсвеченная душа сидит. Прежде чем туда пройти, нам нужно будет сразить вот этих всех ребят. Я думаю, мы это сделаем без особых проблем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, крестами. Так, а давайте-ка мы его вверх. А, не, не получилось, слишком далеко от него этот прием был использован. Во! Хорош. Прям вверху его и добил. А вон, смотрите, Харон какой, вообще лодка. Человек. Пароход. Хорошо, друзья, давайте посмотрим, что у нас с этой душой. Не, конечно, мы будем искуплять грехи. Вот здесь нам нужно за 40 секунд как можно больше поймать грехов. Там еще бонус будет.
На самом деле, когда скорость побольше, уже сложновато получается их улавливать. А вот одну пропустил. Секунд. 10. Ай-яй-яй. Раньше времени нажал. 24. 27. Ну, скорость на самом деле небольшая вот этих вот шариков, которые движутся. Вот, у нас начинает заполняться... Holy Level. Божественный уровень. Мы пока на первом. Так, ну я тогда предлагаю здесь что-нибудь же прикупить. У нас 3442 очка или души. Так, прокачаем кресты. Здесь у нас... Энергию, ту же самую энергию прокачиваем по крестам. Здесь у нас уже не хватает. Будем зарабатывать. Кстати, вот очень мне нравится, как двери здесь сделаны. Это воспоминание Данте, когда он клялся отказаться от всех плотских наслаждений, Беатрич. Ты, должно быть, был верен этому молодому созданию. А теперь я получу этот приз. Отпусти ее, она невинна. Ненадолго. Я теперь принадлежу ему. Тебе остается винить только себя, священный воин. Ты не заслуживаешь такую верную и благочестивую молодую леди. Хе-хе-хе. Так, ну нам предлагается здесь снова сразиться с мертвецами. Ну или, наверное, стражниками ада. Потому что мертвецы навряд ли здесь будут ходить с оружием. Им выдается только... Оно выдается только своим. Ладно, хватит прыгать. Хватит прыгать, поехали. Пробил, пробил блок. Черт, ну конечно у меня такая секира, блин. Добиваем, добиваем его. Так. Так, 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 сейчас все соберем. Сейчас всех. А вот это скушайте. А вот еще раз. Добиваем его. Эх, не удалось поставить блок. Сейчас мы сделаем так, чтобы они стояли в линию и двоих зафигачим. Что у нас получается? Очень хорошо. А-а-а! Паразит, а? Так, ладно, тогда сейчас мы суперудар применим. Здесь, конечно, в этом мире, в аду, законы физики неприменимы, поэтому Данте может здесь творить все, что хочет. Так, сохраняться не будем. Так, чтобы... Угу. Чтобы быстро передвигаться по этой штуке, нужно нажать специальную кнопочку. Эй, ты! Посторонись тех, кто уже умер. Говорит Эхерон. «Где Беатриче?» спрашивает Данте. «Она сделала очень глупую ставку. Приведи меня к ней.
Я отдаю свою жизнь, свою душу за нее. Глупец. Они уже и так принадлежат нам. Нам, я так понимаю, нужно на эту лодку забраться. Так, что у нас здесь? Угу. Говорит, что везет Данте в огонь, холод, вечную тьму. Окей, так, здесь нам что-то нужно сделать. А, вот нам нужно туда, видимо, наверх попасть. Так, но перед тем... Здоровье нам не нужно брать. Даже не будем тогда тратить на это время. Возьмем души. Так. А, ну все. Значит, нам нужно вот этот взять камень. Или я не знаю, это что, дерево может быть. Нам просто нужно вот туда перетащить, но вот эта платформа, она нам мешает. Поэтому зря, конечно, начал ее двигать. Так. Вот обратно сейчас ее возвратим. Сейчас сюда двинем данный предмет. Ну вот, и теперь можно двигать. И спокойно-преспокойно поддвигаем ему вот сюда. Так, ну что здесь? Почему не получается? А, нет, я, оказывается, был неправ. Оказывается, надо сюда его. Вот на эту платформу. Да, все верно теперь. Плачущей душе теперь поднимаемся. Сначала ману установим. Is it true we can absolve our sins without confession? Would a bishop lie? Promise me. You will protect Francesco. You will protect Francesco. С Данте берет обещание, что он будет защищать Франческо.